строителя – это общепрофессиональный наш праздник, и мы с удовольствием его встречаем, невзирая на те трудности, которые сегодня испытывает строительная отрасль и практически все строительные компании. Но, тем не менее, мы испытываем оптимизм. Это не первый кризис, который мы переживаем. Я думаю, что все у нас будет хорошо как в экономике, так и в стройке. В 2015 году был сделан большой задел и ввели много квадратов жилья. Отдельно хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в строительстве находятся в разной степени готовности у нас порядка 1 600 000 квадратных метров жилья. На сегодняшний день строительный комплекс Оренбургской области у нас занимается не только строительством жилья, у нас также много строится значимых объектов, которые и социальные, и инфраструктурные, и объекты культуры, и объекты здравоохранения. Как никогда за последние годы в городе Оренбурге вводится по одной школе в год. Сейчас вы знаете, что активно ведется строительство школы в 17-м микрорайоне на 1135 учащихся. Мы должны этот объект закончить и ввести этим годом. На Востоке настроение общее такого плана. Здесь я еще раз говорю, вот основной это ориентир, это, конечно, государственные программы. Если государственные программы, как вы говорите, не будут буксовать, я думаю, что будет определенный ритм, определенные планы на строительство того или иного объема жилья, и можно это с большой уверенностью сказать, что это будет вот реализовано в ближайшие годы. Строим, строили, строим и будем строить в Оренбурге, все для этого есть. Хотел бы поздравить всех строителей Оренбургской области с профессиональным праздником, Днем строителей. Это люди, которые строят для людей, строят жилье, строят промышленные предприятия. Не было еще нареканий к тем профессионалам-строителям, которые у нас сегодня есть. У нас много компаний, которые трудятся добросовестно, выполняют все, что положено, и оставляют после себя действительно все на века. С праздником, дорогие! Всем здоровья, удачи, успехов!